Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Привет, с вами канал video-shopper.ru. Мы продолжаем рассказывать о том, как сделать вашу жизнь лучше с помощью смартфона. Многие из вас любят путешествовать, но один из самых больших страхов, который может охватить при поездке, это так называемый культурный шок. Страх быть обманутым в чужой стране, незнание традиций и непонимание языка усугубляет ситуацию. Даже если страх не такой большой, в любом случае подстраховаться от сложностей поможет правильно подобранный переводчик. Такой, как, например, от компании Google. Для всех пользователей интернет-версии будет понятен алгоритм его работы. Для тех, кто не в курсе, рассказываем. На главной странице указано поле, в котором можно ввести слово или даже текст латиницей или кириллицей и нажать на кнопку «Перейти». После этого у вас отобразится перевод. Можно также прослушать произношение слова или даже фразы. Выбор языков огромен, начиная от русского и заканчивая японским и даже эстонским. В меню есть возможность установить настройки речи. Все в этом переводчике хорошо, но при переводе текстов или длинных предложений могут быть некоторые грамматические ошибки, такие как потеря артикля, окончания и тому подобное. Более модифицированным переводчиком можно назвать приложение «Переведите профессионально». Интерфейс похож на гугловский переводчик, но есть еще некоторые фишки, такие как возможность дополнительно купить голосовые пакеты, а во вкладке «Библиотека» вы найдете разделы словосочетаний, переговоры, встречи с людьми, проживание в гостинице, одежда и много чего еще. Наверное, лучший из бесплатных переводчиков – приложение English Russian Dictionary. Он не переводит тексты, но дает очень подробное описание каждого слова. В проге имеется возможность учить то или иное слово, но при условии, что вы скачаете платную версию программы «Урок слов». В любом случае, даже бесплатно вы узнаете основные сферы употребления того или иного слова. Записать слово – это, конечно, хорошо. А что, если вы не знаете, как его записать? Тогда нет ничего лучше, чем проверить это слово на звук. Как именно? Сделать аудиоперевод с помощью программы «Перевод голоса». Эта прога великолепна в стране, где языка вы не знаете, а узнать, что хочет от вас тот или иной прохожий, или попросить о помощи очень нужно. Просто выберите в меню язык голосового ввода, нажмите и скажите слово или текст. Программа считает ваше произношение и выдаст перевод. Теперь вам даже сам черт не страшен за границей. Если Мефистофель решит что-то пробурчать, воспользуйтесь нашими переводчиками. Если вы давно уже пользуетесь каким-то другим крутым переводчиком, дайте нам знать. Удачного вам путешествия и до новых встреч!